Также стоит отметить, что эти люди сильно чувствительны к тому, что о них говорят другие. Звук «л» говорит о сильно развитых родственных чувствах. Буква «н» в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. У обладателя согласно «л» в имени тяга к телесному комфорту может отодвинуть в тень все другие виды душевных порывов. Если вы посчитаете этого человека малоинтересным для себя, все равно цените и не теряйте из числа друзей. Исцеление от душевных ран скорее находится рядом с этим человеком. В большинстве своем люди с этим именем бесстрашны и верят в людей. Им по силам преодолеть любое препятствие на своем пути. Буква «Н» в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. Буква «Е» считается символом естественности и гибкости. Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. Кроме того, звук «Е» придает обаяние и простоту. У них внутренняя установка преуспеть в жизни собственными силами, завоевать авторитет, независимую позицию в жизни. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. Носители этого имени готовы пожертвовать даже своей внутренней свободой и независимостью ради того, чтобы выполнить свою миссию по отношению к человечеству. Квартира без сквозняков, шуба из натурального меха и полный деликатесами холодильник вот могут стать пределом мечтания этого имени. Эти люди нуждаются в свободе мыслей и поступков. У них ясный проницательный ум, огромный интерес к окружающему миру. Они быстро загораются новыми идеями и также быстро их оставляют, как только их увлекает что-то новое. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.